Детская площадка, ухоженные деревья, парк Щерса преображается. У городских властей большие планы по развитию парков и скверов. Это любимые места отдыха самарцев. Я считаю, что этот парк – самое прекрасное место в этом районе. То, что он благоустраивается, мне тоже это очень нравится. Мне нравится, что здесь следят за деревьями. Вот, что парк всегда чистый. Мне кажется, что количество и качество парков на сегодняшний день не в полной мере удовлетворяет потребность нашего города, учитывая, что это миллионник, да, 1 200 000 жителей. Поэтому, конечно, прекрасные действия, на это будут выделены средства, это будет здорово. Привести городские парки к самым современным стандартам – такова идеология программы, которая сегодня реализуется в Самаре. Комплекс зеленых насаждений формировался в городе в годы массовой застройки. И лишь в последние годы власти приступили к масштабным преобразованиям этих территорий. А это в общей сложности площадь порядка 200 гектаров. Сегодня управление парками сосредоточено в руках муниципального автономного учреждения. Изменилась не только структура хозяйства. В парках открываются детские и спортивные площадки. Приводятся в порядок экосистемы. О ходе реконструкции парковых зон говорили на оперативном совещании в городской администрации. Те изменения, которые происходят сегодня, это хорошо. Но городу, претендующему на ведущую роль в проведении чемпионата мира по футболу, нужна глобальная реконструкция всей парковой инфраструктуры. Необходимость полной модернизации электросетевого хозяйства – это действительно огромная проблема для парков, которые сейчас препятствуют в том числе появлению в них инвесторов, установке новых аттракционов. Требует решения этот вопрос и в парке Гагарина, и практически во всех остальных парках. Новые аттракционы – это еще и дополнительные доходы. Парки способны зарабатывать самостоятельно. Только в этом году доходы превысили 50 миллионов рублей. По поводу расходов на содержание парков. У нас, вы сказали, 56 миллионов в этом году будет заработано, да? Это заработок, да. Это доход. С этих денег парки тратят что-то на развитие на свое? Там какие пропорции? Финансируется за счет собственных средств парков. Я уже сказал, что вот за 2 года последних было 9 детских площадок установлено за счет собственных средств парков Самары. Приобретено 15 единиц техники, то есть практически технику они покупают за свой собственный счет. Инвентарь, инструменты, все это покупают они сами. В 2016 году на реконструкцию парков город выделяет 103 миллиона рублей. В 2017 еще на 50 миллионов больше, чтобы на эти деньги не только приводить в порядок старые парки, но и создавать новые, причем так, чтобы они не уступали по комфорту лучшим паркам мира. Олег Зверев, Станислав Левин, Григорий Плешаков. События.